главные эксплуатанты, как говорится, на все дело. Вот, что бы вам хотелось здесь, чтобы совершенствовать или всех для удовольствия? Знаете, абсолютно. По-моему, абсолютно да. больше, чем даже вот, можно Йоги. Себе представить. То есть, если мы уже доходим до того, что обычно до того, как появились вот эти вот аппараты, которые четко дозируют вот, по назогастральным зондам поступление, это просто писалось в журнале, просто человек шприцом это все делает. Ну, то есть, если мы уже доходим до такого, то есть мы обеспечены всем. Сегодня, к сожалению, весь мир готовится к очередной волне пандемии. По крайней мере, теоретически есть такие предположения у специалистов. Поэтому мы, не теряя времени зря, проводим ремонты, обеспечиваем наши больницы, которые определены как опорные в борьбе с ковидом, проводим работы. Сегодня мы находимся в 5-й больнице на Лидерцовском бульваре, где мы в кратчайшие сроки практически заброшенное отделение. Исторически в нем располагалась и детская реанимация, и другие отделения. Назвать это отделением или больницей было просто невозможно. Сегодня мы увидели абсолютно новое, по всем стандартам современным, отремонтированное помещение. Проведен капитальный ремонт, начиная от кровли, заканчивая абсолютно всем. Практически это новое здание. Отделение, которое мы сегодня открыли после капитального ремонта и реконструкции, это отделение, которое предусмотрено на 90 коек. 80 коек размещения в палатах и 10 коек реанимационного отделения. Отделение построено с учетом инфекционного контроля со всех требований. Красная, зеленая зона, вход отдельно для пациентов, отдельно для персонала. На первом этаже расположена лаборатория, которая оснащена всем необходимым диагностическим лабораторным оборудованием. Все это новое оборудование, оно закуплено за счет средств городского бюджета. Ремонт проведен также за счет городского бюджета. Полностью медицинская мебель, оснащение за счет средств городского бюджета. Кроме того, здесь предусмотрены палаты на 1, 2, 3, 4 человек. Все они имеют санузлы, то есть это душ и умывальник. Ну, то есть полностью оснащена санитарная комната. Все кровати, это медицинские кровати с противопролежневыми матрасами в реанимации дополнительно. Реанимационное отделение имеет весь набор самой последней диагностической и лечебной техники. Специалисты у нас, несмотря на молодость, очень грамотные и высокопрофессиональные. Мы работаем уже больше года с ковидными пациентами. Мы первая больница, которая после инфекционной больницы приняла этих пациентов. И более 7 тысяч пациентов мы уже пролечили.